Народ, доброго всем утра, вечера или времени суток. Мы приехали к друзьям. И сейчас Наташа будет показывать, что она привезла в подарок. Так, ой. Помните шикарные сумочки из Кении? Просто а смотри, класс. Какую я шикарную купила здесь. Так, а теперь, Наташа, покажись, какая Наташа, как она, Наташа, накрашена красиво. Ну, что? Помадка Сефора. Помадка Сефора. Да. Будет видео про это, или уже было, скорее всего, будет. Наташа в Сефоре в Польше, польские ароматы нюхала, и ты какой-то кулечек купила уже, да? Прикольно. Класс. Ага, да. Еще есть один. Класс. Прикольно, да. Так, что сейчас все разложим. Причем Наташа и друзья честно меня ждали. Я попросила, пока я приеду на такси и сделаю видео. Ой, как прикольно, собачка балкон держит. Вот это красота. Вот. Надеюсь, собачке не тяжело. Так, ну что Наташа привезла в подарок? Орешки вкусные, пеканы. Орешки вкусные кешью, да? Там мамульчики мы рассказывали. Офигенно вкусное печенье. Вот такое оно. Внутри с финиками. Это такое же я маме привезла. И вот такие огромные финики. Видите, мой палец и финик. Запакованы, запечатаны. Здесь целый килограммчик. Ну, по ценам озвучивать не будем. Скажем так, это все... Ну, это стоит там, условно, $3. Это стоило килограмм где-то $8. Кенийский кофе. Помните, кенийский кофе. Даже вот написано, что кому. Чаёк. Чаёк с Кении. Ну, то есть вообще красота. Да, конечно же. Будет интересно, что мы привозим нашим родным и близким. Кстати, обзорочку делала на вот многие всякие эти вот ароматы и мисты. Так, просто. Это у нас крем, да, body lotion, да, это крем. Это вкусный гель. Вот это вот одна коллекция. Крем-гель, да, серия. Это гель, это мист, это такая парфюмированная вода с парфюмерией, да, как это сказать? Легкая. Это мужское, это санитайзер, очень вкусный. Это то, что мы очень смеялись, что 3 в 1. И лицо можно уже, и тело, и голову. Я думаю, что уже и зубы можно будет скоро полоскать. Шикарно, и зубы полоскать можно, даже правильно говорит. Это освежитель в машину или в туалет? Я думаю, там такой стронкий аромат, что можно с собой брать сумочку, и если что... Если что, и в метро можно. И в метро можно брыснуть на людей, чтобы не приставали. Магнитик Кении. Но у нас нормальные люди, адекватные. Магнитик Кении в Кению. Здесь не пригодится. И брелок такой шикарный. Ну, даже как все запаковано, как хорошо. У меня все же не поломалось. Так что теперь? Так, ну я не знаю. Медицину показывать? Медицину, конечно. Это самые лучшие подарки, я вообще рекомендую. Так, это мы привезли в нос, да? Да, это Аня, нос. А как раз покажи это. А я тоже показывала, что я что не использовала, везу родным и близким. Это мне прописали в нос. Такая огромная брызгалка, очень классно пробивает нос. Морская вода. Промывает, морская вода. Не использовали, забираю родным и близким. Витамин D3. Витамин D3 брали на iHerb'е здесь, или заказать нельзя, или нет того, или дороже. Да. Но мы обычно берем ваксы. Да, тоже было видео, буквально это $2 стоит. По-моему, $2 вот этого вот стоит. Вот это Панадол Мигрен, мне очень помогает. Панадол Мигрен, мы рекомендуем его очень, у кого сильно головные боли крупные. В Эмиратах продается Панадол Мигрен, но он продается только в аптеках. Только в аптеках. А в простых Карифорах и магазинах обычный Панадол продается. Да, только в аптеках, но без рецепта просто это. Так, и вот мне очень нравятся вот эти помадки, эти розовые, с розой, Beeswine, фирма вот эта. Но она стоит где-то 12 дирхам, где-то $4, но она того раньше стоит. Раньше можно было 2 за 10, эта акция была, а сейчас они что-то перестали выпускать. Это, по-моему, Ливан делает, по-моему, эта фирма. Я пробовала с медом, но мне не очень. Люди вот с прошлого года у тебя попробовали и просили даже, да? Сказали, что привези, помада просто мне супер. Мне очень понравилось. Так, ну тут уже особые стиречи, которые... Ой, ну давай, давай. Пакетик, это то, что купила 3 штучки в Дессе тоже. Очень удобно в него складывать, Наташ, покажи. И трусы, и носки, когда при перелете. Так, что угодно. А помните, у нас в перелетах приключения, будь здоров. Поэтому... Вот такой кулечек. Положил себе что-то вот так. Положил. Так, теперь что?
Это маечка. Это я высмотрела. Наташи и ее сестрички. Слушай, а зачем ты не взяла такую здоровую майку? Я ее, ну, ты мне XL-ку... Я взяла L-ку и M-ку. Ты XL-ку мне взяла. Слушай, я такая хожу, нормально. У меня такой объем. А я хотела, чтобы вдвоем вас фоткать. Ну, рассмотрите, какие пандочки. Боже, распродажа была классная. Стоила $2-3. Вообще. По качеству keep вообще. Keep calm, not today. Не сегодня. Вообще. Будьте спокойны. Панда вообще просто прелесть. Ну, XL. Капец. Я такая, боже. Оно же хлопок. Оно потянулось. И я такая иду. Ну ничего, нормально, жара вот была. Здесь кулек Марк и Спенсер. Да. Помните, кстати, наш последний шопинг. Мы назвали его последний шопинг. Простите за вот это вот, что показываем прямо вам стринги в экране. Но тут вам зашло видео женский шопинг. И это всего лишь стоит 3 дирхама, меньше доллара. Да, пришел. 9 дирхам, все, сори. Оно стоило 90 или 89. 2,5 доллара, все, извините. 2,5 доллара. А стоило сколько? По-моему, 89. А стоило $20. Это вот три труселя таких симпатичных. Нам заказывали стрингочки. Дальше заказывали еще одни стрингочки. Тоже мы вам, по-моему, не показывали. В том мы показывали, что мы выбирали, но не показывали, что мы купили. Показывали только, что мы себе купили. Бюстик, ну и такой, а переверни, мне нравится, да, 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 переворачивать такой, а вообще. Я не видела, что... Бюстик очень классный. Я не видела, что тут такая штука есть. Сейчас, подожди, я зашел вот за это. То есть оно еще цепляется, и оно точно не спадет с плечей. Угу. Сзади вот получается такая штука. Она с плечей никогда уже не спадет. Класс. Ну, я когда покупала, я не видела, что там такое. Ну, вот тадан, это, тадан, тадан, тадан. О, народ, смотрите, кстати, вот... Вот зачем мы сюда приехали, к нашим родным и близким. Какие вкусные салатики, колбаска, все уже готово, просто огурчики. Класс, давно мы этого не ели. Вообще бутерброды с рыбкой. Снова колбаска, оливьешечка. Но это то, что очень любят все приличные люди, а я пока не употребляю. Вкусные, вкусные кабачки. Вообще красота какая. Селедочка. Вообще шикарно, шикарно. То есть красиво все, приборы приготовлены. Как мы этого отвыкли? Какие-то у нас все время отели, все время такие то пластиковые тарелки, то бутерброды с собой. Красота, красота. Ну, сейчас еще покажу и сладкий стол. То, что нужно. Бананы, персики. Что-то еще себе тортик будет, покажу. Ну и, конечно же, пепсиколка, кока-колка, соки. И это о... Это классик какой-то. Это интересно. Кто любит, ставьте лайки. Запустили меня на кухню показать, что у нас за вкуснятинка. Снова французское мясо. Класс. Картошечка это вот вареная. Супер просто. И мяско, которое с сырочком и с помидорчиком. Свининка. Вот это вот класс. Обожаю. Ставьте лайки. Вот и сладкое. Вот, сладкий стол. Такой сегодня тортик покажем. Вот такой прикольный пирог. Я думала, что печенюшки, но нет. Вот он такой должен быть. На мороженка похож, да, чуть-чуть. И такие эклерчики. Кто что любит, пишите в комментах. Будет интересно. Пирожек я заберу. Ну что, вот и удалось сделать видео, что Наташа привезла своим родным и близким, потому что в прошлый раз только я сделала, ну и сейчас уже вдвоем. Ставьте лайки, пишите комменты. Да. Чемоданы на голове. Вот дождь идет у нас сегодня. Вот столько бы тащили в наших чемоданах. Что сквозь Абу-Даби, сквозь Краков, сквозь Пшемысль и дотащили. Мы это тащили и дотащили. Ура, мы дома. Да, это супер. Всем пока.